Представители радио «Шансон Саратов» подвели итоги конкурса «Золотая струна». Он проводится уже третий раз и ежегодно собирает под свои знамена лучших саратовских исполнителей шансона. В эфире радиостанции звучали песни участников конкурса. Победителя определяли слушатели с помощью СМС-голосования. 17 финалистов встретились в ресторане «Джентльмены удачи», чтобы еще раз исполнить свои хиты и пообщаться с другими участниками «Золотой струны». Для нас это, ну, своего рода праздник. Мы можем здесь пообщаться, показать свои новые песни, поделиться какими-то новыми проектами. Поэтому, наверное, это среда обитания, наверное, это общение прежде всего. Ну и, конечно, свои как-то новинки показать. Тем более, что конкурс шел при поддержке радио «Шансон». Была ротация песен. Это очень приятно, что ты выходишь за рамки своего города, участвуя в таких конкурсах, выходишь на уровень всероссийский. По итогам СМС-голосования, которое проходило на радио «Шансон Саратов», определили трех победителей, но наградили не только их, также отметили трех исполнителей в номинации «Приз зрительских симпатий» непосредственно на самом концерте. Ну а главный приз получил Сергей Баштовой. Этот конкурс располагает участие наших саратовских музыкантов, моих друзей, большинство из них мои друзья, коллеги по цеху, и пообщаться с коллегами, пообщаться с людьми. У нас появился главный приз. Это поездка в Москву на финал конкурса «Кинопесня». Вот. То есть, как бы возможно, один из сегодняшних победителей представит свою песню в каком-либо российском фильме. Его песня прозвучит таким образом.